che la signora dovrebbe essere riuscita a sapere per la lettera in cui la compagna non lo mandò per cantazione e saluto per il gruppo di Angelina poca per il gruppo di Angelina che vorrei che lo buono c'era qua per il gruppo non stai di tutti che mostra le tre gruppo e per il gruppo non stai di tutti che mostra le tre gruppo e per il gruppo non stai di tutti che mostra le tre gruppo e per il gruppo non stai di tutti che mostra le tre gruppo e per Пока я просто выдаю какие-то камеры на разработчики, планируют сделать ее еще меньше, чтобы вмешалась на обычный отход. Третья работает вместе с четырьмя маркерами, они крепятся на стену. Сейчас мы гарантированы задачки, на которых лежим маленький трек. Этот трек позволяет компьютеру все время знать, какую точку вы смотрите на экран. И подстраивать маленький на экране, таким образом, что все время она говорит, пожалуйста, абсолютно объемная, абсолютно реальная. Предшественником этой разработки стали голографические макеты. Если смотреть на этот большой экран в специальных очках, получается объемное реалистичное изображение. Надеваешь. Вижу перед собой объемное здание, которое можно подойти с двух сторон. Видишь, его наклониться к нему. Также можно снять сейчас здание и посмотреть, как направлена планировка квартиры изнутри. Сейчас голографические макеты воронежских ученых используют по всему миру. Правда, такой способ, который больше не становится удобным, например, проводить презентацию живых субъектов. А вот для домашнего использования точно не подойдет. Стоит ли требует особой специальной установки. И слабый трекер будет гораздо дешевле и не столь прихотливым. Следующий шаг. Это готовый на экране. Это по-настоящему объемное изображение. Интересный трекер в том, что он может предугадывать, куда так может пользователь. Благодаря этому изображение получается максимально четким. Представьте, готовый трекер разработчики планируют к концу года. И не смотрите, в 2018 году это устройство станет следующим в каждом году. Это не круто, Василий Баранов, Вести Воронеж. Thank you.